В Казахстане для строительства гидроэлектростанции намерены привлечь международных экспертов. Консультировать проект будет Азиатский банк развития. С его представителями в Лондоне встретился министр энергетики Казахстана. Стороны подписали соглашение в рамках программы развития гидроэнергетики. Тему продолжит наш корреспондент. Иртышско-Зайсанский, Алакольский и Балхашский бассейны обладают большим гидроэнергетическим потенциалом. Именно в этих регионах планируется строительство малых и средних гидроэлектростанций. Однако для качественной реализации проектов необходим предварительный экспертный анализ. Для этих целей Азиатский банк развития выделяет Казахстану грант. Средства направят на исследование потенциальных участков строительства ГЭС, создание финансово-экономической модели и проведение расчетов по тарифам. Соглашение с представителями финансового института подписало Министерство энергетики Казахстана. Строительство гидростанций имеет большое значение для Республики Казахстан. В первую очередь, это огромный шаг для замещения ископаемого топлива. Мы говорим о чистой электроэнергии. Если мы говорим о использовании, рациональном использовании гидроресурсов, это, безусловно, специальные ирригационные нужды. Это и водосохранение, это и вопросы водообеспечения. В Казахстане потребление электричества растет с каждым годом. К концу десятилетия может возникнуть дефицит ресурсов, утверждают в Минэнерго. Поэтому в стране необходимо создавать дополнительные генерирующие мощности, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в будущем. До старта строительства гидроэлектростанции эксперты также проведут экологический анализ минимизации воздействия парниковых выбросов. Для Азиатского банка развития большая честь иметь возможность нести вклад в правительственное видение достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Мы с нетерпением ждем возможности реализовать больше проектов и оказать дальнейшую помощь, чтобы сделать это видение реальностью. Известно, что первый аукцион по строительству гидроэлектростанции мощностью 600 мегаватт пройдет с участием казахстанских и международных инвесторов. Сандугаш Байгуаныш, Галымжан Караманулы, 24 KZ, Великобритания.